Французский хореограф Бенуа Ришо прокомментировал идею повышения возрастного ценза в фигурном катании и пожалел, что такие фигуристки, как Алина Загитова и Евгения Медведева, рано уходят из большого спорта. «Я полностью на 250% за повышение возрастного ценза по нескольким причинам. Это не имеет никакого отношения к России, потому что я очень уважаю Россию. Мне самому во многом хотелось быть русским. То, что русские делают для фигурного катания, просто фантастика. И тут дело не в зависти. Русские побеждают, потому что у них есть система. Однако я уверен, что возрастное ограничение – это вопрос, который нужно поднимать. Меня расстраивает, когда я вижу, как быстро исчезают такие чемпионки, как Евгения Медведева и Алина Загитова, которые очень мне интересны. Это настоящие личности, и очень жаль, что такие фигуристки исчезают. В мужском катании проблемы возрастного ценза нет, так как в процессе взросления их тело меняется. Оно становится более развитым, а в женском катании мы видим проблему. Юниорки в техническом плане сильнее взрослых девушек. Вы можете в 13, 14, 15 лет делать то, что даже не можете представить в 17 или 18. Немногим это удается. Есть пример Елизаветы Тутамышевой. Вот и все. Она единственная, хоть у нее и нет той стабильности, что была в 14 лет, сказал Ришо.